Батюшка прислал за нами прекрасных своих помощников. Спасибо им огромное. Доставили изумительно, комфортабельно, прекрасно. Поэтому сейчас, батюшка, мы хотим отблагодарить вас за такую заботу и спеть песню, посвященную не только вам, но и всем батюшкам, которые есть в нашей прекрасной русской православной церкви. Поехали! Поем вместе. Песня веселая, можно учить текст и подпевать нам. Наверное, вы ее уже знаете, да? Какая радость! Среди самых-самых близких нам людей, близких не по крови, а душой своей, можем без сомнений одного назвать, кто способен с нами в горе сострадать. Он своей молитвой может исцелить и вселить надежду, и за вас просить. Нужно только скажет верить и любить, причасти ты будешь по-другому жить. Батюшка наш, батюшка, в трудный день и час, батюшка наш, батюшка, молится за нас. Батюшка наш, батюшка, осенит крестом, батюшка наш, батюшка, и отступит зло. Батюшка нам дорог, как отец родной, пусть его ненастья минут стороной, за него молиться станем всей душой, все, чтоб в жизни долгой было хорошо. Батюшка наш, батюшка, в трудный день и час, батюшка наш, батюшка, молится за нас. Батюшка наш, батюшка, осенит крестом, батюшка наш, батюшка, и отступит зло. Нужно будет перемонтировать этот ролик и добавить всех батюшек, правильно? Еще больше, и отца Романа добавим, и многих, с кем мы знакомимся вновь. Спасибо, Курск! Поем вместе, батюшки. Батюшка наш, батюшка, в трудный день и час, батюшка наш, батюшка, молится за нас. Батюшка наш, батюшка, осенит крестом, батюшка наш, батюшка, и отступит зло. Батюшка наш, батюшка, осенит крестом, батюшка наш, батюшка, и отступит зло.